Вот у нас как, вот я вот на земле, да, считаю, там родился, вот, и так мне уже, можно сказать, 60 лет. У нас доброты, можно сказать, ну, как сказать, очень мизерно, мало-мало доброты. Большинство зло у нас, а доброты практически, можно сказать, нолик. Доброты очень мало. Сейчас вот, я не знаю, вот, вот это, вот я, потому что живут вроде все, люди хорошо, все есть, да, так далее и тому подобное. А вот мерзости, пакости у нас что-то очень много, много вот это. Она везде и всюду, вот эта пакость, мерзость, да. И взять хоть у артистов, хоть у ученых, хоть у правительства, да хоть у кого взять, вот мерзости, да, больше. А вот добра очень мало, добра. Я в этом мире почему и живу в лесу. Не хочу вот эту, как, мразь, всю эту гадость видеть. Мне лучше видеть в лесу добро. А в лесу живешь один. И доброты в лесу, ну, каждодневно. А вот это, когда мразь увидишь, она вот тебе так испоганит. Ну, мне стараются вот эти собачки как бы сглаживать. Птицы сглаживают, природа сглаживает вот эту мерзость. Вот птичка запоет или что-то там, и вот эти звери стараются меня как бы утихомирить. Потому что у нас жадность, человек жадный. Вот у него что-то украли, он переживает, может даже умереть. Вот все, что у него украли и так далее и тому подобное. А вот у животных же этого нету. Вот у них все, у них только покушать, поесть, у птиц тоже покушать, поплевать, вот так. У меня вот так тоже практически, вот когда ничего не имеешь, как ты свободно живешь в этом мире. А вот человек, который живет, ему не хватает, вот зарплату он маленькую получил, он злой, как собака. Зарплату получил, например, большую, он добрый, зарплата кончается, все, он злой. Он как хамелеон, он за целый день он может меняться за несколько часов, за несколько этих, он меняется. Он в году, все, он может и плохим, и, ну, а так, если разобраться вот так, вот, в человеке, да, если вот так все вот на веса взвешать, да, зла больше, а добра мало. А вот почему у нас вот так делается в этом мире? Почему? Да потому что человек, как сказать, у него мозгов нету. Просто мозгов нет. Он чужими мозгами загребает себе богатство. Она. Вот чужими руками загребает. А вот если были бы мозги, и он трудолюбивый был бы, и знал цену бы, тогда бы никогда бы он злым не был. Вот так что любите. И за счет кого-то жить, фу, это очень противно. А у нас вот так есть, такие люди за счет кого-то живут. Да, вот как книжку какую-то читал, как мужик двух генералов прокормил, вот, на острове они попали, два генерала, это, вот, а там все, жратву есть, все есть, бери, не хочу, а генералы этого же не умеют делать, они даже понятия не имеют, а мужик взял все, и там рыбу наловил, и это, он вот, все это справился, он прокормил. Также у нас вот этот мужик трудолюбивый, он, короче, ну, кормит людей вот таким способом, вот, бандитов всех кормит, вот, они заевшиеся и так далее и тому подобное. Ну, там тоже генералы заелись, да, тоже вот, он их кормил, поил, он их потом домой отправил, они ему за этот весь труд только всего, там, пятак ему дали, за весь этот труд пятак дали, вот. У нас вот так расчет делается с хорошими. У нас добро, короче, как бы забывается. Оно, вот человек сделал добро, а оно добро как бы, ну, просто. Оно ни к чему, вот, короче. А вот когда ты зло сделал, оно сразу, оно расходится, это зло, оно запоминается, это зло. Вот зло больше запоминается, чем добро. А добро, можно сказать, не, да, оно добро как? Ты сделал добро, оно, ну, будто так,
ты этого не сделал. А вот зло нам, видите, оно как бы припоминает. Вот Великая Отечественная война была, уже сколько лет прошло, а все равно это зло вспоминает. Лучше бы не вспоминать, а нет, мы вспоминаем. А добро не вспоминаем, да. Вот так что да. У нас сегодня разум вот этот человеческий, он идет такой, ну, к своей гибели идет. И сейчас как у нас? Вот дай только оружие, вот человеку сейчас дай оружие, да, свободно. Вот торговлю дай оружие в магазинах и так далее. Я сразу бы, думаете, что там, добро сразу было бы? Нет, там сразу бы нашли все уничтожать. Это гибель всему, вот. Просто гибель получится по всей планете. До чего человек зол. Так он сколько уже наклепал этого оружия, да? Сколько? Вот сейчас снаряды уже еще со времен Великой Отечественной войны, вот сейчас хор, они уже взрываются. Вот до того так наклепали снарядов, очень много, от врагов все наклепали, да. Все это. Вот какое зло у нас, вот это зло. Атомные подводные лодки, истребители, самолеты. Вот как мы боимся этого зла. Боимся, мы вооружаемся. Еще надо больше, видать, оказывается, вооружаться, со злом бороться. И надо современно. Короче, надо какой-то закон ставить правительству, такой строжайший закон со злом. Бороться, короче, надо. И вообще вот закон ежечасный, ежеминутный. Короче, держать, короче, что вот оружие это еще не то, надо, короче, какие-то законы воспринимать, бороться и бороться. Короче, всю жизнь бороться, до последней капли, как говорят, крови, вот бороться. Пока земля дышит, со злом бороться и бороться всей массой, давить, кто кого. Вот так. Если мы со злом бороться не будем, мы, значит, зло нас задавит. Все.